В Губкине я родилась, живу уже 23 года. Город мне очень нравится. Изначально тем, что он сам по себе маленький, тихий, уютный. Ко всему этому он очень чистый. Он, в принципе, считается одним из чистых городов. Одним из любимых мест в городе является Старый парк. Особенно по вечерам здесь очень уютно. Много кто гуляет, также и семьи с маленькими детьми, подростки, влюбленные парочки обязательно. В детстве я очень любила с родителями ходить в Чудо Юдоград. Там куча прекрасных аттракционов. Естественно, за эти долгие годы добавились новые. Но больше всего в детстве любила Несси и Пират. Как сейчас помню, мы с мамой садились обязательно в хвост, потому что как отказать маленькому ребенку? Вот. И всю дорогу мама кричала, а я с нее очень громко смеялась.